Опа! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть в Soul Knight. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Ребята, сразу говорю, что мы с тобой совсем недавно начали играть. Только-только, по-моему, месяц прошел с момента первой серии, вот. Я все привыкаю. Мне, правда, там уже начали говорить, типа, да вот просто зайди, в принципе, на Википедию и почитай, что так как я туда зашел, это капец, сколько там статей. У меня просто нет времени столько читать, ребята, извините, пожалуйста. Я, правда, там немножечко прочитал, про портал интересный прочитал. Вот, то, что оружие здесь где-то 300, блин, более 300 штук, это капец на самом деле. В общем, друзья, начинаем мы с тобой новую игру и... Я прочитал вот про такую интересную вещь, как портал. В общем, давай посмотрим. Во-первых, конечно же, я все хочу, ребята, создает призрачного двойника. Давай я возьму ассасина. Ну, я не знаю, мне он больше всех нравится на самом деле, потому что первый раз мы за него хорошо так прошли. Куда ты? Куда ты там пошла? Что ты сказала? Там... Что ты сказала, блин? Там это реклама, в общем, там одной игры. Какой-то... Смотри, вот насчет офицера. Насчет офицера, ребята, задание выполнено. Смотри, древесина, самоцветы. Ты никогда меня не подводишь. В общем, надо пройти 10 штук, и у нас откроется этот главный герой. Он очень имбовый, мне говорят. Я также зашел на Вики, прочитал про него, и... У него там два навыка таких очень-очень крутых с револьвером. В общем, что еще интересное? Облика босса... Торговец? Босса, торговец, не знаю, что это. Также про поврежденного робота, что можно, оказывается, в принципе, зайти за инженера, хоть он на самом деле только за деньги открывается, но есть бесплатные купоны, которые позволяют это сделать. Вот, как-то так. Короче, ладно, ребята, также здесь есть... Вот. О. Я еще не закончил с кодом, но здоровье уже, ручка и плащ, все, что нужно для выживания в этом городе. Единственный недостаток такого наряда, можно застрять в турникете метро. 4 старых пистолета, можно объединить фантастическую пушку. Жизнь полна сюрпризов, не так ли? Что, еще одно обновление? Это не баг, игра отлично работает на моем компьютере. Офигеть, это крутая девочка. Уже исправлено. В комнате довольно прохладно. Хочешь поговорить с алхимиком или паладином? Больше лобби. Кошка плюс. Чтобы быть принцессой... Умирающий художник. Я эпатажный пиксельный художник. Нечего мне назвать меня мертвой женщиной-ученым. Мне нужна свобода. Можно поехать в командировку в личных целях. Не то, чтобы я не хочу сесть, просто у меня спина болит. В моей библиотеке Steam 400 игр. У меня... Кстати, ребят, у меня большие планы на пенсию. Ребят, сколько у вас игр в Steam? Мне интересно. Напиши мне, когда появится босс. Я слишком... Офигеть, это очень круто, ребята. Чисто секретка. Офигеть, кошка плюс, я никому не скажу. Так, 4 человека, отличная компания, чтобы поесть жаркое. На самом деле 4 человека, как бы вот тут можно, до 4 мультиплеер же есть. По факту надо мне будет как-нибудь сыграть, ребят, чтобы для года у меня маловато волос. Ладно, возвращаемся назад. Да, тут можно просто подойти и все, вот такой вот прикол. Офигеть, я не знал. Так, новинки. Огнеборец, искатель приключений. По-моему, у меня, ну, понятное дело, что все у меня тут. Получи и распишись. И еще какая-то посылочка, да, хорошая. Ледокол, хорошая штука. Просто лук. Так, ребята, в принципе, сегодня у меня планы именно на портал. Мы, в принципе, вроде его открыли. Да, мы открыли древний портал. Вот. Удалось увидеть загадочный. Так, телепортироваться. В смысле 500? Древний портал перенес нас в прошлое. Мы защищали магический камень от монстров, заполнивший храм. Вот это круто, офигеть! Да, блин, вода закончилась, как назря. Новая волна через 9 секунд? Так, погоди. Молот, поврежденный клинок, большой вре... Офигеть, нифига себе, тут чисто волны идут, получается, знаешь, как чисто зомби. Блин, это круто.
Это офигенно, слушай, мачете, поврежденный клинок. Что у тебя еще есть? Смотри, турель голограмма, усилитель какой-то есть. Заградитель. А вы что тут, наставник, у тебя задатки... Эй, блин, что за фигня? Погоди, блин, тут сразу так все быстро, что я не могу, ребят, понять, что да как. И притом мы уже потратили с тобой 500 денежек, это пипец. Волна вторая. Так, и новая волна уже быстро, да блин. Наставник уровень 1, призыватель. Не знаю, что я призову, попытка не пытка. О! Пожалуйста, усиль, пожалуйста, очиститель. Круто. Так, слушай, что у нас есть? Турель голограмма. Так, что там еще есть у нас? Заградитель. О, какие-то, какая-то штука непонятная, типа, знаешь... Погоди, как она называется? Для яиц-то, вот, ты покупаешь, например, в магазине яйца, ты, чисто для яичек такая штука. Не хватает монет, ну ладно. Так, ну давай попробуем сейчас, турель голограмма. Стой, турель голограмма, а где мое оружие-то, блин, турель? О, оно взяло мое оружие, блин! Я не знал этого. И что мне теперь делать? Блин, ты странная турель, отдай мою оружку. Блин, у меня нет оружки. Блин, не повезло мне на самом деле. Так, где мои пацаны? Да, они, походу, уже умерли. Так, новая волна через 15 секунд. Почему я теперь эту пушку не могу забрать, прикинь? А, погоди, тут есть снежная лиса, сломанный бластер. Давай снежную лису возьму. Так, призыватель. Непонятно, что он сейчас призовет. Блин, не успел. Так, ну ничего страшного, ребят. В принципе, мы с тобой тут... Ну, такая неплохая вроде пушка. Короче, нужно побольше вот этих вот... О, очищающий материал. Так. Ага. Так, судья. Беру судью. Так, тут у нас пузырь с усилением. Больше самоцветов. Давай вот это возьму. Да, конечно, я хочу это взять. Не хватает монет. Блин, турелек надо побольше у нас. Через 2 секунды. Так, давайте, пацаны. Офигеть, там чисто, смотри, какие. Прорываются, гады. Тихо, надо тут стоять, ребят. Я не знаю, зачем я... Есть. Так, что мы с тобой, призыватель? Вот что он там призывает, а? Любопытно. Стой! Так, новая система для моих турелей. Посмотри, в принципе, неплохая система. Вроде быстрее, да, начинает теперь... Стрелять. Устройство Эмми. Вот, давай вот это возьмем сейчас. Так. Так, что мы туда положим? Ну, конечно, я в бумеранг положу. А, фиг там, блин, это нельзя положить. Тут так быстро волны начинаются, я даже не могу вот именно что-то взять. Там вон дробовик клевый. Так, смотри-ка. Газовый пластир. Это оружие нельзя поместить. Да какого фига-то, блин? Почему еще морковь сраную мне дали? А потому что другое. Рыбу, может. Рыбу, да, можно рыбу, прикинь. Хватает монет. Интересная штука. А сколько здесь, интересно, волн, блин?
Вот это уже круто. Так, ну что же, погнали, как говорится. Не, нормально, монеток много дают, смотри как. Сила. Ай-яй-яй. Есть, готово. Так. Блин, я все вот просрал на это. Так. Что у нас есть? Вот эта штука. Не, в принципе, это клевое. Ну и как стреляет. Кто там еще? Ух, нифига себе, внимание, выдвигаются элитные враги. Так, пока это мы не можем ничего сделать. О, пули могут рикошетить. Хотя по факту надо было, может, вот это все-таки взять. Дробовик Galaxy. Блин, посмотри, огненный бластер, офигеть. Так, а что эти штуки? А, они типа выдвигаются, понял. Нехилые у меня турели, я тебе скажу. Я бы понятное дело, что эту штуку бы туда вообще никогда не поместил. Если бы знал, что можно вот так, оказывается, помещать. Я думаю, это просто турель, да и все. Так, готово. Дядь, давай дальше. Так, еще будет меньше ошибок, это хорошо. Ну, какая штука. Ледяной осколок. Вот это, по-моему, офигенная штучка. Слушай, супер режим. Почему я раньше про него вот... Вы по-любому там мне в комментариях говорили, я, как всегда, ничего не увидел. Шипастые ножи. Клево. Так. Ну-ка попробуем заградителем. Так. Ой, заградителем говорю. Офигеть. А почему они отравляются? Эта штука еще и отравляет? Жесть. Так. Каменный молот, мясо. Сюда судью давай. Слушай, это не бесплатное удовольствие. Мне пока вот эта штука очень сильно нравится. Ребята, а интересно, сколько мы деньжат получим после такого? 13-е, это мое счастливое число, поэтому... Кажется, пройдем сейчас быстро. Энерговосстановитель. Пусть будет. Ты капец как увлекает, ребята, потому что здесь мы с тобой реально офигенно защищаемся.
Да, эта штука еще и отравляет, офигеть. Надвигаются боссы. О, вот это уже круто. Угу. Вот. Офигеть, плюс 4? Офигеть, вот это капец, смотри, кто там. Не хочу умирать, если честно. Не хочу умирать, погодите, ребят, дайте мне спрятаться вот сюда вот. Один хп, один сраный хп. Офигеть, смотри. А это что? Вау. Бля, бахнули, отлично. Блин, так быстро все началось. Я даже не понял. Офигеть, такие боссы злые, капец. Нам нужны эти штуки, чтобы защищали. Это уже невозможно становится, видишь? Что там еще? Так. Что-то у тебя все новое и новое. Капец. Так. Вау. Тут можно шестеренки, офигеть, здесь можно шестеренки чисто фармить, ребята, и как раз мы нового этого... Офигеть, а что насчет денег? А денег нема, дядька. Нет у меня денег. Капец, просто орды. Этот режим прям самый суперский. Вау! Погоди, может вот это возьмем? Мне хочется сначала испытать, погоди. Вроде прикольно, пусть турель будет. А в принципе турель С3 стреляет как бы, но она... Так. Вот это возьмем, конечно.
Все, окей. Вот это бы сейчас, ребята. Ну мы с тобой, конечно, профукали круто. Ну ничего, ладно. Блин, вот эта штука бы нам капец сейчас помогла. Будь здоров. А что, я выйти-то могу? Блин, меня закрывает, это вообще прикол. Капец. Офигеть. Вот видишь, он меняет каждый раз. Засранец. Нет, я зря это взял. Так. Турель голограмму хочу взять. Лазерную терапию поставим пока все, пока все. Взрыв 84, конечно, это прикольно, но подождем сейчас еще немножечко. Воу, вот эта турель вообще офигенно. Так, надо взять обязательно. Все норм. Так, бахнем еще. Блин, не могу все скопить, чтобы хотя бы взять вот ракеты черной дыры или еще чего-нибудь. Чтобы прям вообще моща была, вообще жесткая. Ой, посередине, видишь, нету у нас. Точнее, есть, но вообще маленькие. Прорвут. Так. Окей. Все, сейчас скопим денежки немного, ребят, и посмотрим, что у торговца продается. Надо что-то, знаешь, типа вот этих вот штук купить, чтобы ракеты автонаводящие. Вот, наверное, на них лучше накопить. Я думаю. Давай вот это возьмем. У меня просто нету лазера. Посох грома. Штык в тыкве. Как-то так вот. Пока что берем. Чуть попозже посмотрим. Че вы без оружия, пацаны? Я не без оружия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где я вообще? Чё за... Офигеть, да ладно. Офигеть, я помер. Так, бесплатно есть, хорошо.
Офигеть, они все разнесли. Мясо. Офигеть, они все разнесли. И как же... Ну это, видимо, все. Это фиаско, братан. Посох иллюзии, как я знаю, он вроде этих призывает, нет? А, не, он, погоди, он как-то заставляет их драться как-то... Что происходит, блин, я ничего не понимаю, стой. Нихера не работает что-то. О, это жесть. Это просто какая-то жесть, пацаны. Не, все, это, видимо, финалочка, правда. Вот ледяные шипы, они, в принципе, нормально бы. О, смотри, как они прям хорошо идут вообще. Короче, смотри, что мы с тобой придумаем сейчас. Что если мы с тобой... Блин, турели сейчас уже все, капец. Хреновый смысл в том, что мы бы могли, смотри, сначала замораживать врага, то есть опа, а потом отравляем. Или сначала отравляем, потом замораживаем. И вот это вообще круто. Морозное копье. Почему он сразу отправляет их? Я просто сменил оружие, он уже... Жесть творится просто. Тут уже все, камера отказывается работать. Хоть бы что-нибудь починил бы. А, он, кстати, какого хрена не меняет, перестал менять оружие? Что-то я не понял. Он типа... А, во как хитро здесь... Погоди, или не хитро, или... А, я поставил сюда оружие, думаю, что за фигня. Все, нам хана, Ярик. Ярик, нам хана. Все, Ярик. Либо проверим вот это, я не знаю, ну-ка. Выдвигаются боссы. О-о-о. Вот если только вот реально замораживать, вообще нормально его так.
Капец какой-то. Так, надо отходить пока. То есть этот робот меня добьет. Ладно, ребят, это, видимо, все. Это фиаско, братан. Все. Духа и упорства нам было не занимать, но судьба камня была предрешена. Магический камень треснул, и повсюду разлетелись осколки. Так и началась наша история. То есть, хошь не хошь, а все-таки вот такой вот финал. Так, ну посмотрим, сколько мы денег получили. Так, ну мы в принципе... не отработали даже. Ну, мы получили шестеренку, конечно, это круто. 332 убили. Ну, ничего, ничего, в принципе... Кстати, а также можно еще быстро плюс фармить, и мы с тобой... Вот. Смотри. Круто, то есть осталось-то по идее, ну вот это вот, я не знаю, пасхальный кролик где-то, надо его взять. И мы, ребят... Скоро пройдем, и у нас будет офицер. Круто, супер. Ребят, если вам понравилась серия, обязательно поставьте лайкос. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.